Друзья, здравствуйте. Хочу на память такое видео снять. Цветет шамбурки, тибетинис. Вот такой имеет крупный цветок, очень плотный. Она дает много и имеет револьверный тип цветения, будет цвести долго. Пахнет не сильно, но, кстати, о, а вот этот цветок закрутился. Смотрите, его опылили пчелы. Так интересно, никогда не видела. Это видео стала снимать. Да, опылили пчелы, видно, будет здесь семенная коробка. Ну, скажу так, мне она не нужна, я не хочу, чтобы она соки из растения вот так забирала. И вот такая вот красавица. А теперь посмотрите, какой это монстр внешний. Такие громадные бульбы. Вот я беру даже рукой. И вот этот длиннющий цветонос. Вот такой вот. И вот. Вот цветет она первый раз. Вот получала я, наверное, вот эти вот бульбы. А вот эти все остальные наросли у меня. И вот она цветет. Посажена она. Вот крупные куски архиаты. Поливаю проливом, и все. Вода стекла, и никаких замачиваний, ничего. Этого не любит. Приподниму. Тут и корней особо не так много. Все, нет туберов. Есть у меня еще одна шамбурки. Я издалека покажу, не хочу ее снимать. Вот она висит. И вот она, ее цветонос тоже длинный. Тут там саниана, но по цветению я смотрю, они все равно похожи. Ну, бульбы у них разные. И вот такая вот красавица. Что-то я отвернула. Шамбурки. Красавица. Ну, покажу еще, пока что цветет. Это варшевичи сандриана. Очень сильно пахнет. Это у нас там Азур Скай цветет. Это у нас гусар, башмак, Стивен Свифт, Кис Монин Глори уже доцветает. У нас лекаста белая, показывала я. Ну, цветет уже третья волна цветения. Это моя любимая Ванда. Это Роберт Делайт Блэк. Имеет, конечно, огромные цветы. И вот она в этот раз цветет у меня с двух цветоносов. Растет в корзинке с крупной корой. Ну, такие цветы на сегодня. А, еще раз покажу. Распускается. Даже не выношу ее. Потому что, ну, горшок 25 сантиметров. Это пурпурата только распускается. Это пурпурата тоже огромные цветы имеет. Стриата. Это имеет, самое интересное, она из этого чехла вышла и через 3 дня распустилась. От своей мощности растения. Это вот первый цветонос распустился. А вот второй цветонос, он буквально распустится завтра. Вот посмотрите, какие у него бутоны здоровые. Раз, два, пять. И там пять. Итого 10 штук. Ну, красавица. Она вот внешне, когда кто-то приходит, аж поражает своими размерами. Пахнет очень сильно. Ну, вот такие у меня цветуны. Забыла еще показать. Тут распустилась скиммери косолуна. Она имеет такое букетоцветковое, букетное цветение. Такие нежные цветы. Мне чем-то напоминает сирень. Это у нас цветет. Очень сильно пахнет. Хани мельтония. И еще у меня тут цвела. Ну, не сильно что-то, я довольна цветением ее, но очень яркая. Лейлия Зип, это Миллери на тени брозу. Ну, наверное, мне что-то ее губа не нравится. Ну, вот какая-то она яркая-яркая, такая, вырви глаз. Ну, в общем, все доцветает там Ванда Сандриана. Ну, мои цветуны я сюда выставляю, ими любуюсь. Ну, спасибо за просмотр. Пока-пока.